Глава Ингушетии проверил, как ведутся восстановительные работы в многоквартирном доме, который пострадал в ходе проведения КТО в Карабулаке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Обратил внимание на качество работ, еще раз предупредил ответственных лиц, чтобы жители были довольны сделанным. Мэру постоянно быть на связи с людьми, разговаривать с ними, объяснять их и держать их в курсе о сроках завершения работ. Напомним, по поручению главы Ингушетии в 25-м доме по улице Асканова продолжаются восстановительные работы. Всего с разной степенью пострадало 16 квартир. Кидывал весь перечень, сейчас мы готовим обращение в суды, идет работа вместе с Лизой. Только сделайте одну вещь, законно, юридически, проверить.